Всем привет, мы с вами продолжаем играть в Jurassic World The Game. У нас очередной день в игре, и я, честно говоря, не знаю, у нас какие-то схваточки сейчас с вами есть или нет. Может, я что-то пропускаю? Испытайте свои силы, дрожь земли. Я вот это пропускаю, 5 минут. Давайте сейчас быстренько. Все-таки я понимаю, что эта схваточка, то есть там очень мало будет ДНК, но все-таки давайте быстро пройдем. Нам нужно что-то такое, что можно забить с двух ударов. Подожди. Ну что-нибудь прям, вот что-нибудь вот такое. Погнали, погнали, быстренько это проходим. 5 минут. Тормозить нельзя. Есть ускоренная схватка. Сейчас мы с вами берем бонус. Он что будет делать? Если не ошибаюсь, нужно блок 2 бонуса взять сейчас, да? Вроде блок 2 бонуса. Давайте так, 2 блока и бонус, потому что вдруг у него 2 бонуса там. Это 2 блока, господи. 2 блока. Я, честно говоря, давно не участвовал в этих схватках и не помню, как здесь ведет себя компьютер, и это очень плохо. Но предположим, что у тебя сейчас опять 2 блока, а я с двух ударов тебя забиваю. Не забиваю я тебя с двух ударов, надеюсь, что это не 2 блока. Это 2 блока, черт побери, я проиграл. О, господи, минус минута, срочно обратно. Возьмем с вами теперь, наверное, вот... Пускай будет он. Давай. Еще раз. Погнали. Нужно вспомнить тактику, как это дело проходить. Наверное, бонус... теперь у него уход. Окей, 2 бонуса. Вообще без проблем. Это был блок. То есть у него сейчас максимум 2 хода. В 2 хода он меня никак не пробивает. Если он взял 2 блока, это опять же очень плохо. Зараза! Он, скорее всего, взял 2 блока, да? Давай 2 блока и 2 бонуса. Вот так вот. Это было 2 блока. Замечательно. Сейчас у него 3 хода. Камон, компьютер, что ты надо мной издеваешься? Что он там опять взял? Ну не мог же он взять 3 блока. Ну не мог. Есть 2 блока, мы его пробиваем, наконец-то. Желательно все-таки пройти эту схваточку. Ну, опять же, это бейджик все-таки. И опять же, это супер ДНК. Я совершенно про это забываю. Все-таки нужно проходить такие схватки. У нас с вами уже почти 150 тысяч очков ДНК. Дальше у нас супер редкие. Нужно опять кого-то такого взять, кого можно очень легко пробить. Пожалуйста, вот тебя очень легко пробить. В 2 удара это можно сделать. Так, если это можно сделать в 2 удара, интересно, у него первый ход? Нет, у меня первый ход. Ладно, бонус. Надеюсь, это не 2 удара. Камон, пожалуйста. Пожалуйста, без двух ударов. Пожалуйста. Пронесло. Берем с вами 2 блока и бонус. Это 2 блока у него, да? Это блок-бонус. Хорошо, сейчас у него 3 хода. Вроде тащим. Смотрим, что он будет делать. Он наносит удар. У нас с вами сейчас 4 хода, и мы его спокойно пробиваем. Замечательно. Давай, еще быстрее, еще быстрее. Лови урон. Последняя схваточка. Да, я не хочу индоминусов брать, их очень дорого восстанавливать. Но прям кого-нибудь такого попроще. Вот, смотри, алангозавр, замечательно. Здесь 2 удара, можно пробить. Погнали. Погнали, погнали. А, чей ход? Его ход. То есть, опять же, 2 бонуса берем, да? Я же могу пробить в 2 удара? Скорее всего, да. Да, отлично, пробиваем. Это было даже еще проще, чем предыдущие схватки. Прямо компьютер поддался мне. Фу, замечательно, прошли с вами этот турнирчик вот так вот. Не знаю, как-то очень сумбурно и вледольненько, но самое главное, что прошли. Что мы сейчас получим, не знаю. Желательно сам набор, например. Потому что это очки доверия все-таки. Ну или хотя бы нормальное количество ДНК. Правда, сами видите, что здесь нету нормального количества ДНК. Мы с вами выигрываем 250, ну хотя бы не 120, это слава богу. Окей. Эту схватку прошли. Дальше у нас с вами идет дрожь земли. Здесь я сейчас нахожусь в Лиге Хищников, правда, где-то в самом хвосте. То есть мне нужно набрать еще, я так понимаю, 1000 очков, да? Да, посмотрим. Где-то 1000 очков, да, примерно, чтобы попасть в доминатор и в нем остаться. Но у нас с вами еще 5 часов, и я думаю, что успею сегодня это сделать, все будет хорошо. Здесь нам еще очень долго, никаких у нас событий нету. Но, секунду, я чуть не забыл, быстро. Куда? Чего ты делаешь? Нет, игра, ага, назад, забрать, я забыл. Это же гораздо важнее. Давай, забираем, заказать нужно, не успел, да? Заказываем, или уже без разницы, подожди. Да, я забыл здесь заказать, точно, я так увлекся этой схваткой дурацкой, что забыл здесь заказать, но с другой стороны, мы с вами не потратили очки доверия, это я все равно буду докупать до бакса через час, так что без разницы, тут 2500 или 1300, ну, здесь, наверное, будет по 3000 долларов, вот это вот нужно докупить, естественно, долларами тоже придется закупиться, но это мы с вами увидим чуть попозднее, сейчас давайте соберем наборчик ежедневный. Отсюда, и если не ошибаюсь, у нас с вами должно быть выполнено задание, ну, которое просто квест. Давайте посмотрим, выполнилось оно или нет. Это все забираем. Купить и разместить аттракцион «Дикий водопад». То есть мы переходим, строим его, выполнили. Окей. Задание пройдено. Дальше. Грейди, что там у тебя? Рассказывай. Постройте деревянный мост рядом с битумной ямой. Вот, битумная яма, 7%. Замечательно. Устанавливаем.
Еще одно задание выполнено, прям очень просто. Надеюсь, я сейчас не получу этот уровень. Ладно, хорошо, подожди, следующее задание возьму чуть-чуть попозднее. Но зато мы с вами, знаете что, зато мы с вами получили супер ДНК. И это, мне кажется, гораздо важнее. 3375, чуть-чуть осталось, прям капельку. Забираем с вами здесь очки доверия. И продолжим, наверное, чуть-чуть попозднее, когда у нас с вами вот здесь все обновится. Да, наверное, тогда и продолжим. Забираем очки доверия за покупку. Забираем наш бриллиантовый приз. Погнали. Пожалуйста, пожалуйста, наборчик. Наборчик, наборчик. Там вообще набор-то есть или нет? Бронтотерий. Зараза, ладно. На самом деле он не шибко нужен, вот именно бронтотерий, вот эти все кайнозойские. Я им не очень рад, потому что на них довольно-таки мало схваток, и чаще, мне кажется, именно морские бывают даже вот VIP-турниры. Давайте заказывать гасторнис, это нам даст еще бронзовый, серебряный приз. Обязательно заказываем. В бронзовом приходит монолофозавр, а в серебряном скалозавр. Хорошо, прям скалозавров у нас, честно говоря, просто немерено. 16 скалозавров, 10 джезягоптеров. 11 анкилозавров. Вот от этого нужно будет обязательно избавляться. Но раз уж мы с вами получили бронтотерий, давайте обязательно его выведем. Остальные там у нас динозавры выводятся, то есть тератозавр, терезинозавры. С этим все окей. И, естественно, у нас совсем чуть-чуть осталось до уровня. Что вот вы там от меня хотите? Давайте, показывайте. Купите и разместите 3 клумбы тропических цветов. Это прям очень-очень просто. Тем более это украшения, то есть они будут у нас строиться моментально. Раз. Задание выполнено. Собираем награду. Чуть-чуть не хватает до 72-го, но давай посмотрим, что там ты дальше предлагаешь, окей. Соберите 50 тысяч монет с полета на седьмое небо и расположите 4 устройства слежения за солнцем вокруг джунглей заповедника. Ну вот это самое первое, это просто. А здесь у нас полет... Подожди, сколько у меня их вообще есть? Мне кажется, у меня их очень мало, да? Один что ли? Подожди, а сколько я с него собрал сейчас? Я собрал 1500 монет. Так... Это не очень хорошо. Давай-ка вот здесь все подсоберем. Вообще сейчас монетки все соберем, пускай по новой производится, потому что это задание, скорее всего, будет проходить какое-то время. То есть, ну, точнее, что значит какое-то время? Несколько дней, скорее всего, потому что их совсем нету. Естественно, пока что сейчас собираю монетки, возьму какие-то ваши картинки, которые вы присылаете в группу ВКонтакте, и, как всегда, размещу выпуски. А, собственно говоря, еще раз повторюсь, теперь не нужно присылать через кнопку «Написать сообщение». Я понимаю, что многие по привычке действуют. Теперь просто есть у нас альбом для ваших артов. Он именно так и называется. Собственно говоря, туда добавляйте ваши картинки, и таким образом они будут попадать в выпуски. Стоит всего 41 тысячу. Сколько я вас могу разместить, друзья мои? Раз. Окей, 5 часов строится, пускай строится. Ладненько, сейчас быстренько натыркаю этих шаров по всему парку. С них можно собирать деньги каждые 2 часа, так что... В принципе, можно за один день все это дело собрать, если поставить довольно-таки большое количество шаров. Ну, хотя бы штук 10. Или что-то типа того. Потом, естественно, придется их всех продавать, но после того, как мы уже с вами наберем достаточное количество уровней. Слушай, да у меня на самом деле много свободного места в парке, просто все так раскидано плохо. Я тут хотел на самом деле сделать расстановку, давным-давно еще хотел, но времени не хватает, это раз, а во-вторых, постоянно по заданиям нужны какие-то постройки, и поэтому я решил, пока я не выполню все задания, то есть тогда у нас с вами будет как раз полная уверенность, что нам больше не нужно ничего такого выполнять, пока этого не сделаю, я решил пока что все вот эту расстановку красивую просто на самом деле повременить с ней и забить на нее. Потом уже будем разбираться. Ну что ж, я думаю, что этого сейчас пока что хватит. Давайте посмотрим, что у нас сейчас по схваточкам. У нас продолжается дрожь земли, естественно, я это буду проходить. Набор редких. Здесь это легко. На самом деле, можно вот это восстановить, это пилозавриком, их обоих забить. Давай сделаем. То есть этого просто с одного удара забиваем. Второй, надеюсь, пробьет по мне 2 удара, и я смогу его забить. Ну или там блок бонус возьмет, например. Что-нибудь типа того. Давай посмотрим, что он будет делать. Нет, он не бьет. 2 блока, да? Вот зараза. Ну, вот зараза, 2 блока. Действительно. Зачем ты отнимаешь мое время, дружище? Давай, пробивай. Отлично, 2 удара. Наконец-то, почему он раньше так не мог сделать, я не понимаю. Держи, тебе 3 удара в ответку. На самом деле, я сейчас очень не хочу проходить схватки, которые связаны с наземными существами, потому что наземные существа используются в дрожжи земли. Я собираюсь ее пройти сегодня обязательно. Давай. Что у нас там? ДНК. 100 баксов. Ну, хотя бы на этом спасибо, диплодок. Ну и, естественно, очки доверия. 230. Я надеялся, что будет побольше. Дальше, какие у нас еще схватки интересные есть сегодня? Ну-ка, подожди. У нас с тобой вместе с приливом. Посмотрим, что здесь. Здесь у нас морские существа и морские существа в самой схватке. А випочки? Випочки обычные. Випочка будет длиться 3 дня. То есть, опять же, випочку отложим. Давайте вместе с приливом пройдем. Здесь нужно взять генодуса. Но на самом деле даже...
Вот так, ромалиозавра, умонозавра и должны проходить. Давай-ка быстренько через бонус. Тут, скорее всего, он будет наносить удары, потому что другого выбора нету. Но ему в ответку, я даже не знаю. Я даже... Два удара. Давай два удара, потому что, скорее всего, это бонус. Все-таки блок. Досадно. Ну, нам, в принципе, все равно, потому что у него сейчас два удара опять. Опять, наверное, скорее всего, нанесет. Причем в этот раз два. А это довольно-таки больно, получается, договорились. Так, вот таким образом мы тебя забиваем, берем два блока и бонус. Интересно, сколько урона у следующего? Кажется, следующий очень слабый в плане урона. Ну, такой. Примерно такой же, я понял. Прогнатодончик. Красивый, зараза. Три удара. Отлично. Сейчас два удара спокойненько его забиваем. И берем три бонуса. Ну, естественно, мегалодонов 7 атак. И эту схваточку спокойненько проходим. Но, честно говоря, схватка была очень простая. Погнали, посмотрим, что у нас будет в следующем бою. Но, если не ошибаюсь, вместе с приливом это колесо призов. Ну, здесь очень просто. Гигантский артакон, артакантус и дилозавр вот такой. Я думаю, должны проходить. Он единственное, что может сделать, это на самом деле поменять. Ну, хотя и пробить может, почему-то нет. Нет, он все-таки меняет на хайнозавра. Удара нету, я возьму два бонуса. Это был блок, хорошо. Бить будет, нет? Он сам не знает, что делать. Замечательно. Сейчас меняем с вами на телозавра и забиваем тебя. Не забиваем, да? Ну, давай посмотрим. Давай 4 удара. Это были бонусы. Замечательно. Хайнозавр улетает. Естественно, кронозавр нас в один удар забьет. У него будет сейчас 5 ходов, да? Угу. И дальше что? 2 блока, 2 бонуса, 3 блока. Ну, типа, этого никак не спасет. Давай посмотрим. 4 ударчика. Это 4 блока. Ладно, договорились. Артакантус, ты мне спилишь, если нанесешь 4 удара. Ну и полностью тем самым раскроешься. Есть. Именно так он и делает. Артакантуса забивает. Мы, в свою очередь, его сейчас быстренько забиваем артаконом и идем в следующую схватку. Естественно, колесо призов, но отсюда мне частенько конкретно наборы прилетают из этого колеса призов. Прям очень часто. Потому что он здесь действительно вот очень часто встречается в ленте. Ты понимаешь? Ты понимаешь, он прям очень часто в ленте встречается, в отличие от других наборов, и поэтому он почему-то постоянно попадает, не знаю. Мне просто везет на это дело. Ну что, открываем. Это какая-то легендарка, хорошо. ДНК, ДНК. У Найзавр, ну, типа такая легендарка. И 130 очков доверия. О, бешеное количество, просто бешеное. Ну что ж, пока что с этим все, потому что вот эти два события, которые випочка и вот здесь у нас с вами на ризот, они требуют обычных существ, а я их хочу использовать здесь. Здесь нам с вами нужно обязательно пробиваться на самый верх. То есть, смотри, мы можем прямо сейчас взять вот этого индоминуса и дальше восстановить кого-нибудь дешевого, то есть мастодонзавра и, например, эудиморфодона, потому что по 52 доллара, вот именно их я всегда обычно и восстанавливаю. Я даже не так делаю, я беру мастодонзавра, эудиморфодона, и где-то здесь у меня метриконтозавр должен быть, он тоже довольно-таки дешевый. Потому что это у нас получается вип-легендарочки, и они гораздо дешевле, чем гибриды. А соперники прям... Не нужно было индомину собрать, я понял. Соперники прям вообще никакие. То есть мы вообще всю вот эту стадию турнира должны проходить вот этими вип-легендарками. Здесь никого сильнее брать даже не нужно. Получаем мы с вами 20 очков. Поднимаемся на 95 место. И вот таким образом мне сегодня еще предстоит очень-очень много здесь попотеть. Но, естественно, продолжать мы с вами будем уже чуть-чуть попозднее, когда уже будет понятно, доберусь я до доминатора или нет. Ну и, скорее всего, какие-то последние битвы опять же здесь запишу, если все сложится нормально, если все будет хорошо. Пока что на этом все. Увидимся попозднее. Ну что ж, как всегда, спасибо, что подождали. Собственно говоря, смотрите, у нас с вами сейчас остается 15 минут от дрожи земли, и нам нужно добраться до первого места. То есть это как минимум еще две схваточки. Еще неизвестно, сколько нам понадобится схваток, чтобы пробиться дальше, чтобы пробиться в доминатора. Еще нужно будет, конечно, в нем удержаться и не вылететь, потому что всякое может случиться. Давайте сейчас быстренько. Мастодонзавр, эудиморфодон, метриконтозавр. То есть вот таким вот наборчиком я постоянно сражаюсь. Просто бой за боем. Посмотрим, какой соперник придет. Порой приходят совсем простые, порой приходят средненькие. Ну, как вот сейчас, довольно-таки средний такой соперник. А порой приходит просто что-то безумное. Так, что делать будем? Наверное, бонус. Это все-таки компьютер, но... Компьютер тоже может сделать больно. Естественно, поменяет на ТП лазавра. И в один удар ты мне, в принципе, снесешь половину ХП. Бить будешь, не будешь? Не будет он бить, это очень хорошо. Это прям просто замечательно. А мы что сейчас делать будем? Я предлагаю диморфодончика взять. И блок-бонус. Да, блок-бонус. Это у него был бонус, хорошо, у него 3 хода. Это будет больно. Чего? Почему не было ударов? А, он бы меня не забил, ему бы чуть-чуть все равно не хватило урона. А вот теперь что он взял, непонятно. Ладно, давайте 4 удара. Понятно, хорошо, это были сплошные бонусы. То есть у него сейчас будет 7 ходов.
Ты серьезно? Или 6 ходов? Подожди, 6 ходов. Там сейчас будет 3 плюс 3. Да, 3 плюс 3, 6 ходов. 190 урон у Протагиринуса. И 6 ударов. То есть на релифозавра поменять было вообще не судьба. Забавно. Я в принципе не против. Я не против. Держи 2 удара. Берем с вами 2 бонуса и все, и проходим эту схваточку. Так, мы получаем с вами 32 очка, неплохо. Поднимаемся куда-то там на третью, да? На третью позицию. 1329 очков. Все, мы с вами уже в доминаторе. Это просто замечательно. И теперь нужно здесь в доминаторе выиграть, чтобы здесь удержаться. Причем желательно здесь выиграть хотя бы пару раз. Потому что на последнем месте, ну, лучше не находиться. Это не самое лучшее решение. Забираем с вами набор, забираем с вами очки доверия. Давай быстрее. Быстрее, быстрее, прилетай. Камон. И давайте быстренько в схватку. 9 минут 50 секунд. Мы с вами возьмем Индоминуса, возьмем Престазуха, потому что его дешевле всего восстановить. И Эудиморфодона вот этого. Я думаю, мы таким составом любого забьем. Ну, почти любого, конечно. Просто здесь сильнее это не может быть, чем я, потому что система всегда подставляет таких динозавров, чтобы их можно было забить. Нормально, нормально, это мы с вами на изи пройдем. Давайте, разыгрываем через бонус. Посмотрим, что он будет делать. Утрадон на 36 уровне, 1000 урона. Я, честно говоря, и забыл про это. Держите 3 удара. Это было 2 блока, ну, конечно же 2 блока. Что же еще это могло быть? Сейчас у него опять 2 хода. И типа ты меня все равно не пробиваешь. Даже если бить будешь. Вот это вся фишка, что он не будет бить. Давай еще 3 удара, потому что это могло быть 2 блока. Да, это 2 блока. Все правильно. Есть, радончик улетает. Дальше Горгозавр 39, 847 урон, 3 хода. Не пробивает опять, даже если бить будет. В общем, патовая ситуация на самом деле для него. Если бы это был человек, он бы уже давно ливнул. 2 блока, до свидания, Горгозавр. И дальше Аламбия. Да, конечно, она мне сейчас Индоминуса спилит, потому что там будет 5 ходов, 756 урон. Наконец-то он решился, наверное, пробить, да? Угу. 4 удара. Но мы сейчас спокойно Престазухом, естественно, ее добиваем. И продвигаемся чуть-чуть повыше в доминаторе. Не знаю, я уже думаю, что мы даже с последнего места не должны, по идее, выскакивать за 10 минут. Но, типа, лучше не рисковать. Нодозавр, если не ошибаюсь, это какая-то новинка и очень редкая, тем более, вот только-только появилась, да? Может быть, я что-то путаю, может быть, он и раньше был, потому что, ну, честно говоря, я его ни разу не встречал до этого. Мне кажется, это новинка. Так, может, наборчик прилетит какой-нибудь хороший, водоплавающий, набор водоплавающий. Спасибо, я как раз только сегодня пожаловался, что наборов нету. Смотри, 500 баксов, ДНК. Ты сейчас в это веришь? И ризот легендарный, офигеть. Вот это поперло называется, 650 очков доверия, кстати, у нас уже почти 10 тысяч, замечательно. Вот отсюда, я думаю, мы уже никуда не денемся, то есть можно сейчас успокоиться и больше не участвовать в дрожжи земли, потому что осталось, скорее всего, всего пару минут. Ну, дай что-нибудь еще вкусное, а? Если уж на то пошло, ну ладно, 200 ДНК. Нормально, у нас 152 тысячи теперь зато. И, в принципе, остается 2 минуты 30 секунд. Можно дальше здесь не участвовать. Ну и мы с вами пока что там нас все доезжает. Можем... О, кстати, баксы отсюда забрать. Прикольно. Зайти в супер ДНК. Забрать отсюда супер ДНК за то, что мы с вами зашли в Лигу Доминаторов. Но еще десяточку ДНК мы получим за то, что завершим этот турнир в Лиге Доминаторов. Я надеюсь, что... Ну, то есть, вот-вот. Осталось минута 20 секунд. Как раз горячие скидки на восстановление работали. И можно было довольно-таки дешево восстанавливать динозавров. Просто немножечко ждем и забираем нашу награду. За 3 миллиона еды 524 очка доверия. Нам чуть-чуть не хватает до 10 тысяч, я тебя понял. Ну-ка, секунду, здесь за ДНК давай возьмем. ДНК очень много, но тратить мы их с вами будем, скорее всего, в следующем выпуске, потому что в этом и так очень много всего было сделано. Ну что, Лига Доминаторов завершена? Да. У нас все с вами завершено. Можно идти сейчас. Ну, собственно, вы сами все поняли. Вот он наш нодозавр, наконец-то. Но на самом деле, вот именно вот в это существо было вложено очень много сил. 2400 ДНК, 500 баксов, еда и нодозавр. Блин, я очень рад, что мы прошли, потому что вот прям действительно, я предыдущий не проходил, если не ошибаюсь, мне просто времени не было, но там вроде не очень интересное существо было. Ну, интересное, но типа не мега. Но вот это нужно было пройти, хоть это и травоядное, но все-таки новинка. Ну что ж, я предлагаю на этом этот выпуск завершить. Я надеюсь, что он вам понравился. Естественно, с вами 2600 очков доверия. Продолжать с вами будем уже в следующем выпуске. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить на выпуске по этой игре, а также другим играм. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем выпуске.